Меня раздражают непрофессионалы, когда в каком-то деле люди берутся за что-то, они не имеют никакого представления о том, как это устроено, и занимают чужое место. Тем самым сами допускают ошибки, вредят окружающим и не дают развиваться тем, чье место они заняли. Меня раздражает грубость. Меня раздражает отсутствие инициативы, ну, какой-то подвижности, какая-то вот апатия раздражает.